Ульяновск ожидают перемены. Городские власти запланировали разгрузить транспортные развязки и избавиться от бесполезного заброшенного объекта на улице Облукова. Он задумывался как крытый каток или же легкоатлетический манеж, но постройку так и не довели до ума. Как итог, аварийная заброшка из металла и бетона более 20 лет портит облик ближнего Засвияжья. Бетонная громада на улице Облукова должна была стать ледовым дворцом, но строительство заморозили. Сейчас муниципалы решают вопрос о сносе внушительной конструкции. Местные жители хотят избавиться от жутковатого представителя архитектурного наследия. Пора ее снести. Жалко, что это раньше не сделали. Ну, рады, что наконец-то этот вопрос как-то решается, и надеемся, что все-таки результат будет. Давно пора сносить. Страшно, там люди ходят, и дети ходят, дома вокруг. Так что я за. Да, она давно здесь стоит, да. И смысла от нее мало, упадет так кому-нибудь на голову. Да, что-нибудь там с людьми сделают. Этот объект находится во владении частника, поэтому манеж необходимо выкупить и уже после этого снести. Если владелец откажется продавать недострой, то городские власти обратятся к Фемиде. В настоящее время готовится отчет о рыночной стоимости данного объекта вместе с используемым земельным участком. По итогам рыночной стоимости будет определена его стоимость. В дальнейшем будет предложено собственнику манежа соглашение с возможностью оплаты по, как еще раз скажу, по рыночной стоимости его изъятия. В случае отказа собственникам подписания данного соглашения администрация города необходимо будет выйти в суд и в судебном порядке изъять данный объект. Дмитрий Вавилин подписал документ об изъятии земельного участка под заброшенным объектом. При этом права владельца нарушать не собираются. Ему будет выплачена компенсация. Сумму выплаты определит независимая экспертиза. На освободившемся участке построят мост, соединяющий Ленинский и Засвияжский районы через улицы Смычки и Шевченко. Будущие переправы предусмотрены генпланом Ульяновска 1984 года. Новый объект транспортной инфраструктуры необходимо строить оперативно. Когда он будет готов, мост на Минаево закроется на масштабную реконструкцию. А точнее, планируется обустройство транспортной развязки для микрорайона «Университет» на улице Хлебозаводской и укрепление опор моста с дорожными работами. Свиягу тоже собираются привести в порядок, очистить русло реки и облагородить берега. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.